Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов, знакомиться с их автобиографией. Ло Лижун, Лули Ронг, китайская художница и скульптор, создающая реалистичные скульптуры преимущественно из бронзы. Характерная особенность ее стиля – женская фигура в движении, в развивающейся одежде или накидке, отлиты таким образом, чтобы создать эффект полупрозрачности. Я пользуюсь Википедией. Родилась в 1680 году в провинции Хунань, Китай. В 1698 поступила в Академию искусства Чанша, провинции Хунань, и училась у Сяо Цу. С 2000 по 2005 годы она изучала скульптуру в Центральной академии изящных искусств в Пекине. Участвовала в нескольких общественных скульптурных проектах, включая скульптуру, установленную в 2003 году в парке Далянь для Олимпийских игр 2008 года в Пекине. В 2005 году Ло Лижун уехала во Францию, а в 2006 она с мужем переехали в Бельгию, где они прожили до 2017 года. В 2018 Ло Лижун открыла предприятие по отливке скульптур в Болонье, Италия. Ну, вот так вот написано в переводной Википедии о китайской художнице и скульпторе Ло Лижун. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.